Всем привет! Меня зовут Таня, рада вас видеть. Сегодня хочу приготовить с вами простое, быстрое и классное блюдо на обед или ужин. Это у нас будет фаршированная куриная грудка. Вы знаете все, что грудка – самое сухое мясо у нас в курице, и поэтому нам его обязательно надо чем-то смягчить, так скажем, чтобы она была сочная. А для этого лучше всего подойдут классные овощи и грибы. Готовится блюдо очень просто. Начнем мы, собственно, с самой куриной грудки, подготовим ее, чтобы ее можно было фаршировать. Вот обычно у нас грудка идет вот с такими вот кусочками. Это нам уже не надо. Я их срезаю и убираю в сторону. Смотрите, грудку лучше взять крупную. Блин, вот смотрите, вот у меня кусочек вот этот маленький. Его разрезать и фаршировать будет довольно сложно. Я, наверное, просто не буду его использовать. Использую на что-нибудь другое. Возьму только 3 крупные грудки, которые у меня есть. Так что смотрите в магазине, какие самые гигантские, те и берите. А мелочь, она пригодится, может, на супчик какой-то или на гуляшек, что-то можно будет запечь. Короче, не пропадет. Убирайте смело в морозилку, а работать мы будем конкретно с крупными филешками. Чтобы было нам удобно фаршировать, соответственно, нам нужно сделать из курочки кармашек. А значит, нам нужно сделать тонкий, хороший надрез, чтобы туда вовнутрь можно было убрать нашу начинку. Будьте осторожны, чтобы не прорезать до конца. То есть разрез должен быть достаточно глубоким, но не прорезать дальнюю стенку, чтобы был карман, а не... Курица насквозь дырявая, так скажем. Вот как-то так. Аналогичным образом мы поступаем с каждой грудочкой. Разрезаем ее аккуратненько вдоль. Так. Вот. Номер два. И филешка номер три. И номер три. Так, кармашки у нас готовы. А для них нам нужно сделать маринадик, чтобы смазать наши филешки. Я беру оливковое масло. Я беру соль. Перчик. Туда же у меня пойдет паприка. Я беру паприку копченую. Мне больше нравится ее аромат. Прям кайфово. Сразу как будто с дымком. Как будто с дымка. И возьму туда же положу чайную ложечку горчички. Так, горчичка есть. Осталось добавить туда чесночок. Чеснок я пропущу через чеснокодавку. Вы можете натереть на мелкой терке. Перемешиваем наш маринадик. Если видите, что он густоват, можно добавить еще оливкового маслечка. Вот у меня густовато. Не бойтесь пробовать. На перец, на соль, на чесночок. Но чеснок у нас еще не отдал все свои вкусовые качества, но все равно уже чувствуется. Любите, чтобы более явный был чеснок, добавляйте, можете 3 зубчика, мне достаточно и 2. Полученной смесью сейчас будем натирать нашу курочку. Натираем курочку. Везде внутрь кладем немножко нашего маринада. Сверху обязательно. На самом деле, вот я делаю чайной ложечкой. Неудобно это. Я предпочитаю делать руками. Во-первых, мы сразу, так скажем, массируем курочку нашу. Втираем в нее все специи, чтобы она получилась
пропиталась, успела пропитаться всеми вкусами маринада. Одну натерли. Аналогичным образом поступаем с оставшимися филешками. Все, натерли корочку маринадом и оставляем ее минут на 15. Ну, за это время мы приготовим начинку, поэтому ей будет достаточно времени, чтобы пропитаться. Сейчас я руки помою, все приберу и приступим к начинке. Итак, для начинки я буду использовать болгарский перец. Перец, что это с моим языком? Лучок и шампиньончики. Приготовила тоже сыр тертый. Ну, посмотрим, сколько у меня там. Там не так много места, чтобы фаршировать, поэтому всего берем понемножку. Луковичка у меня совсем маленькая, но я все равно беру только половинку ее. Нарезаем все маленькими кубиками. Приготовьте сразу какую-то мисочку, в которой вы будете смешивать нашу начинку. Так, перекладываем миску. Мне нравятся такие блюда, которые сразу, знаете, и мясо, и гарнир в одном месте. Не надо ничего дополнительного, там крупу какую-то отваривать. Режьте не крупно, потому что, надо, чтобы успели все овощи пропечься. Потому что сама курочка готовится очень быстро. Я, короче, решила делать так. Я буду по одному шампиньону. Сейчас посмотрю, сколько у меня начинки в итоге получится, чтобы не сделать больше, чем надо. Да, потом все это, конечно, можно отправить в каком-нибудь омлетик. Прекрасно это все будет сочетаться. Но не хочу лишнего делать. И аналогичным образом поступаем с болгарским перцем. Тоже маленькими кубиками нарезаем. Так, отправляем болгарский перчик сюда же. Не буду дорезать еще, потому что мне кажется, что будет слишком много. Пусть лучше будет меньше. Добавлю еще немножко сыра. Сыр у меня уже натертый. Взяла по акции там в магазине. Голландский обычный. Добавляю немного. Тоже чуть-чуть совсем. Он добавит тоже наши курочки сливочности. Все это дело совсем чуть-чуть посолим. Сыр у нас соленый. Лучше добавим еще перчика. И, конечно же, надо это перемешать. Вот такая начинка у нас получилась. Берем форму. Смотрите, форму возьмите, пожалуйста, не по, чтобы влезли плотненько, влезли курицы. Если, короче, филешки должны подпирать друг друга, тогда шанс то, что начинка начнет оттуда вываливаться, будет меньше. Поэтому я взяла вот самую маленькую форму, которая у меня есть. В нее, по идее, прям хорошо должно зайти. Теперь мы берем наши уже подмаринованные куриные грудки и внутрь выкладываем начинку. Проверяйте, чтобы у нас было не слишком много начинки, чтобы она у нас не вываливалась. Так, и аккуратненько выкладываем. Так, вторая готова. И филешка номер 3 отправляется в свое плавание. Вот, посмотрите. Ну, даже на 2 еще грудки хватит. Поэтому прям начинки берите немного, если у вас размер курицы такой же, как у меня. Все, я ставлю разогреваться духовку. И как только она пропищит, отправим нашу курочку запекаться. Итак, у меня пропищала духовка, поэтому я отправляю запекаться нашу курочку на полчасика при 220 градусах. Буду следить за цветом, и, может быть, потребуется чуть больше, чуть меньше времени. Но я поставлю на полчасика. Все, ждем нашу курочку и будем пробовать.
Прошло полчасика. Духовка пропищала. Поэтому я достаю нашу курочку. Вот такая она у нас получилась. Сверху даже чуть-чуть зарумяниться успела. Тут у меня еще все пыхтит, шкварчит. И все еще, конечно, очень горячее. Будьте аккуратны. Она пропеклась, но осталась сочной внутри. То есть она не успела пересушиться. Поэтому полчаса прям вот отличное время для того, чтобы курочка пропеклась. Больше не надо. Все остальные ингредиенты, они у нас практически сырыми можно есть. Что болгарский перец, что лучок. Шампиньонам нужно совсем немного времени, чтобы приготовиться. Поэтому сейчас я еще попробую отрезать еще кусочек. Попробовать. Очень сочная, очень нежная. Что вообще для куриной грудки, вы знаете, пересушить очень легко. Поэтому 220 градусов, 30 минут, больше не надо. Боже, вкусно, вкусно. Прям то, что доктор прописал. Получается, за счет того, что мы не используем майонез, а маринуем все это дело на основе оливкового масла, курочка у нас полезная, не вредная. Поэтому подойдет и тем, кто следит за питанием. Ну и тем, кто не следит за питанием тоже, потому что она очень вкусная. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что попробуете приготовить такую курочку. И напишите в комментариях, как у вас получилось. Спасибо еще раз. Увидимся.